В этот раз на канале Ретро Ремонт я покажу, как быстро сделать щупы для проверки микродеталей, или другими словами, СМД деталей. Ну, щупы здесь такие, нам надо сделать более мельче. Можно, конечно, припаять иголочки, но мы пойдем другим путем, более быстрым. И тем более, если нам эти щупы надо как одноразовые, то есть раз проверить, а потом пользоваться как обычно, то лучше сделать вот так. Для этого нам надо взять термоусадочная трубка, приблизительно подобрать по диаметру щупов. Замеряем. Две иголочки. Я взял одну больше, одну меньше. Это больше как будет плюс, меньше минус. Диаметр, как видите, я не подбирал, потому что здесь термоусадочная трубка все равно свое дело сделает и хорошо ее зажмет. Ну, приблизительно замеряем вот такие. Раз кусочек. И два кусочка. Все здесь просто. Берем иголочку, щуп. Надо было трубку чуть побольше сделать, ну ладно, это как бы для демонстрации. Большая иголочка на красный щуп, то есть плюс, а меньшая иголочка минус. Обратно кусочек трубочки термоусадочной зажимаем и последняя операция — спички, зажигалка, у кого что есть. Вот мы, трубочка зажала ее, это будет, наверное, получше, потому что диаметр более побольше. Наши щупы готовы. Как видите, держатся они неплохо. Понятно, долго не послужат, но как бы быстро что-то надо проверить. Вот для примера светодиоды на шлейфу ставим на прозвонку и простенько все это проверяется. Сейчас он должен загореться, если я попал. Вот минус на минус, плюс на плюс. Как видим, щупы работают. Все аккуратно, быстро и надежно. Ну, эти иголочки можно, конечно, было обломать и сделать вот так покороче, тогда оно будет более надежно, не будет так играть. Ну, в принципе, и так держится, но если такая длинная, то будет немножко играть. Ну, это, конечно, если на постоянку делать, тогда надо покороче где-то вот так обрезать. И маленькие щупики, чтобы оставались вот такие кончики. Вот такое сегодня короткое видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки. И это будет помогать мне делать новые видео. На этом сегодня все.